It was an ordinary day in Ponyville. So ordinary, in fact, that Discord was a little bored. Even though he knew it was off-limits, he decided to sneak into Twilight's library and check out some books. There were so many! Where to begin? It wasn't long before a large, leather-bound volume caught his eye. It was big and beautiful and was calling to him irresistibly. Всем привет, друзья! Предлагаю сегодня вместе с нами поиграть в замечательную игру вместе с нашими любимыми поняшами. Ну что же, давайте поскорее начнем. Итак, за кого мы будем играть сегодня? Pinkie Pie! It's a bouncing bonanza with Pinkie Pie. Her jumps and double jumps will go higher than ever. Давайте выберем Pinkie Pie. Вперед! Быстро скачем, собираем монетки, перепрыгиваем наши препятствия, осторожно прыгаем и снова прыгаем, и еще раз. О нет, мы врезались, но ничего страшного. Еще справимся. Так, у нас пока что осталось всего одно сердечко. Но не будем спешить с выводами. Перепрыгиваем. Снова перепрыгиваем. И еще разок. Подбираем монеточки. Take to the sky, берем суперсилу. И посмотрите, как она высоко прыгает. Way to go! Почти что парит. Снова берем суперсилу, берем такие большие-большие монетки. Уху! Спускаемся. Пока что срок нашей суперсилы истек. Но будем двигаться дальше. Прыгаем. Резко прыгаем и спускаемся. Опять спускаемся. Score one for the power of friendship. И наконец прыгаем в портал. We've just started. Отлично, мы спасли еще одну местность от нашей сереющей темноты. А также разблокировали новые локации. Ну что, давайте еще одно испытаем. This sounds like a mission for... well, вперед, Applejack! Time to make applesauce out of this portal, Applejack! Прыгаем. Снова прыгаем. Посмотрите, как у нас хорошо получается. Спускаемся. И резкий прыжок. Так, стараемся удержаться. Как мы ловко обходим препятствия. Wow! Прыжок, еще прыжок. Чуть замедлились, но ничего. Way to go! Продолжаем бежать. Подбираем супер монетки и берем суперсилу.
Какой мощный град из яблок! Он сшибает все на своем пути. Но хорошего понемножку. Супер прыжок. Забираемся наверх и спрыгиваем. Наконец спрыгаем в портал. Миссия выполнена. Ну что же, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.